Всем привет, с вами Алекс и сайт RMPC.by. В этом видео хотелось бы рассказать, что совершенно бесплатно раздают одну, ну не сказать, что супер любопытную игру, но что-то в ней есть, давайте посмотрим. Сейчас Steam в течение суток, получается до 18 ноября, вот сегодня 18 ноября, до 20:00, до 8 вечера. Сейчас вот у меня 9:36, это получается еще 8 часов. Даже 10 часов еще вот раздается совершенно бесплатно игра Streamline в Steam. Что же это за игра такая и вообще в чем ее смысл? На самом деле это достаточно таки, несмотря на то, что вот вы видите на видео, это такой простенький аркадный какой-то раннер от третьего лица. Но давайте посмотрим, в чем смысл. То есть вообще стоит ли его забирать, несмотря даже на то, что он бесплатен. Так, значит... Проект, ну, действительно, немножко забавен, потому что он предназначен для более тесной интеграции зрителей и вообще стримера на Твиче. Что это значит? То есть, ну, до этого как? На Твиче, ну, стримит кто-то видео и все, зрители сидят, смотрят и в чате только что-то там пишут и все дела. А эта игра... направлено на то, и разработчики указывают, что это якобы первый уникальный проект, который помогает зрителям на Твиче вмешиваться в игру, ну и как-то участвовать в игре. Вон, кстати, лава это. Сейчас давайте посмотрим. Streamline – онлайн-экшен с упором на взаимодействие стримеров и их зрителей. До сих пор аудитория Twitch при просмотре стримов могла делать лишь одну вещь – флудить в чате. С выходом Streamline все должно измениться. Зрители стримов получат возможность непосредственно влиять на игровой процесс. Как это работает, зависит от того, кто вы в игре. В Streamline пока что запланирован один режим – уничтожение. Напомню, что игра, ну, официально, ну, в Greenlight или в раннем доступе сейчас появилась. Ну, сейчас идет пока бета-тест. 1 октября, то есть вот совершенно совсем недавно. Пока один только режим уничтожения. В нем игроки делятся на охотников, бегунов и зрителей. Охотник – это стример, который управляет главным персонажем и единственный игрок, имеющий право пользоваться оружием. Охотник выбирает 15 бегунов, персонажей без оружия. То есть из, ну, нужно будет, чтобы зрители тоже авторизовались на Твиче, и он выбирает себе 15 человек вот на данную игровую сессию. Которые могут на время... Так, 15 бегунов без оружия. Оружие только у стримера может быть. Которые могут на время оглушать других бегунов или охотника. И таким образом зарабатывать очки. То есть нужно выжить как можно больше времени оставаться живым, чтобы стример вас не убил. Ну, в том числе и других как-то подставлять игроков. Остальные это зрители. Ну, а все остальные смотрят, да, зрители. Причем, что интересно, они могут менять, зрители могут менять условия матча. Например, заполнить карту лавой, как вы только что видели. Или временно изменить раскладку управления. Тоже прикольно. Делать ставки на бегунов и даже устраивать нечто вроде лотереи. Пока что Streamline лишь нащупывает границы новой идеи, но авторы обещают, что в будущем количество режимов возрастет и даже намекает на целые серии матчей с разными правилами. Вопрос, как всегда, в реализации. На словах все выглядит заманчиво, а на практике может оказаться, что флудить в чате будет интереснее. Что в итоге? Я уже, ну, чтобы не быть, так сказать, вообще голословным, давайте немножко... проверим, запущу, причем запущу на слабом ПК, на производительность посмотрим и вообще стоит ли брать. Подумаем, обсудим. Так, давайте я тогда сразу ворвусь в игру. Так, секундочку. Так, блин, сегодня упала мышка, разбилась, пойду покупать новую мышку. Разбилось что-то в хлам, колесик не крутит, но нажимается, придется закупить. Так, что у меня, кстати, давайте по-быстрому, может еще успею. 4 гигабайта оперативки, 6-ядерный проц, правда, 3,5 гигагерца, и видеокарта вот GT630, 1 гиг видеопамяти. Сейчас запущу игру, и мы посмотрим. Так, музяку я, наверное, отключу, потому что там своя в игре будет достаточно-таки мощная. Ну, посмотрим вообще саундтрек, все дела. Напомню, что у вас еще есть 10 часов, чтобы получить совершенно бесплатную игру. Так, посмотрим на мониторинг вверху экрана. Так, сейчас я звук уберу, сделаю чуть потише, наверное, он громковат. Звук я вроде бы не трогал. Так, Сейчас.
Вот так. Ну, достаточно такие прикольные, да, модельки такие мультяшные, прикольные, но в то же время это не самая плохая сторона может оказаться игры. Конечно же, это игровой процесс. Так, по видео, давайте, я Full HD запустил, в окне без рамки, качество поставил просто пока на высоко, ультра не буду ставить, потому что слабая видеокарта стоит. Смотрите, видеокарта уже жрет 4 гигабайта оперативки и 7 гиг файла подкачки. Ну, проц на 20-40, ну, наполовину проц загружен, видюха пока на 83%, 22 FPS. Это, кстати, потому что видео пишу, на самом деле у меня было 30-ка. Так, ну игра в бета-тесте вообще, то есть вообще в раннем доступе, то есть, конечно же, еще ее будут дорабатывать, доделывать. Так, управление фиг с ним, не буду смотреть, играть. Все, я уже вошел через Steam, так что... Ой, Steam этот, блин, через Twitch. Давайте попробуем стрим сетап. Ладно, пока не буду, пока просто опробуем, что там вообще, найти матч, новый матч. Ну давайте, есть ли вообще кто-то сейчас? Ирландия, ну давайте, пускай первый этот сервак. Ну давайте, пускай этот, попробуем, найдет ли. Ну навряд ли, что сейчас есть много игроков. Ну посмотрим, возможно, мне найдет кого-то игра, а нет, создам свою. Ну давайте по-быстрому ща, может, кого-то найдет. Ну я думаю, сейчас будет наплыв игроков, потому что игра вот сутки раздается совершенно бесплатно, поэтому игроков будет чуть побольше. То есть в чем плюс? Вот будем на стримах, можно будет попробовать. Поэтому возьмите игру, попробуем. То есть я, к примеру, буду с, ну, блин, охотником, и наберем 15 человек и поиграем просто свободно. Я же не говорю, что здесь может быть... А, уже, кстати, 12 игроков из 16. Блин, у меня, правда, FPS проседает. Еще секунду, дайте-ка еще, может, удастся снизить на слабой видеокарте. Давайте хотя бы попробую на... Ну, давайте на низких. Что выдаст на низких? Сколько FPS? Так, так, бэк. Бэк. В игру. Так, посмотрим на низких. 15. 15 игроков, причем вроде бы вошло. 54. Так, 50 секунд до начала матча, наверное. Пока 20 FPS, 20-ку на слабой видюхе. Ну, блин, как сказать? Ну, да, видеокарта, конечно, вообще офисная, слабая, но разработчики должны дать игрокам, ну, чтобы получить хоть какую-то массовость, зайти на ПК совершенно разных конфигураций. Даже теоретически на низких и на моем, на такой видеокарте, которая сейчас у меня установлена. Я понимаю, что на игровой могу чуть позже запустить, но пока вот был слабый ПК, так сказать, настроен, поэтому пока так. Сейчас вот 20 секунд, я думаю, начнется, вон я 11-й, получается. Так, что в итоге? В чем вообще интерес? Если бы это было просто какая-то аркадка, что там, к примеру, я играю, ну, обычно сетевое рубилово какое-то онлайн, ну, ладно, фиг с ним, но нет, здесь мы попробуем на Твиче, то есть на стриме, выберу 15 пользователей, зрителей, и будем вместе, попробуем, поиграем, возможно, игра выстрелит. И вообще, реально, таких игр нету, чтобы на Твиче, так это что, какие-то достижения? Да, вот, то есть, какие-то третий раунд... Ну, пока первый раз запустил, не знаю, что это, в общем-то, значит. А, в раунду правила на раунд. Первый, второй, третий раунд. Не дотрагиваться. Энергетические напитки. Так, ну посмотрим. Вроде бы... Так, ну что, все, вроде бы загружается. Поэтому очень интересно на... Твиче попробуем. Так, что у меня пока? 15 FPS, да, очень мало. Короче, ну, здесь бегаю как сумасшедший, получается. Это все на низких. Давайте, подождите-ка, я возьму сейчас... Блин, сейчас меня, наверное, грохнут. Да, грохнули. А, ну это игрок. Игрок меня вырубил. Сейчас дайте я немножко разрешение, чтобы FPS чуть побольше. Воу-воу-воу, давайте. Ну, то есть, что получается? Бег... Зомби какой-то активирует. А, вон, он, наверное, охотник, да, вот, убил охотник, получается. Наверное, он был красным помечен. Так, а я, может быть, вернусь в игру полторы минуты. Минута 20, нет. Так, рип. Окей. А, причем зарабатывать очки какие-то нужно, какие-то что-то щелкать, нажимать, какие-то умения, наверное, ну, что-то будет даваться. Так, у меня какой-то значок стоп появился. Да, играют еще 280 на 720. Это на слабом ПК, кстати. Вы можете видеть, да, просто загружен наполовину. Выдает с записью видео, по крайней мере, выдает... Под 30... А, 20. Чуть больше. 20 плюс FPS. Так, давайте пока побегаю. Где-то попрыгаю.
Не знаю, как кого здесь убивать пока, как кто помечен. Да, графенник окущий, но вы представьте, я по крайней мере вам показываю, и вы сможете, ну, просто знать, на каких слабых ПК игра вообще пойдет. Нереально, 630-ки вот игра идет. Да, пока я бегаю просто как сумасшедший, без какой-либо, ну, такой определенной цели, потому что, ну, я попробую, давайте еще попозже, сегодня на нормальной видюхе, и, возможно, через Twitch в ближайшие дни попробуем, но вы тогда... О-о-о, это меня бьют. Я, кстати, тоже могу бить, сейчас давайте я попробую кого-то ударю. А, у меня вот какие-то наручники, что за фигня вообще? Закрытая зона, и там закрытая зона, что это значит? Не, прикольно, бегаешь как сумасшедший, это раннер от третьего лица, только еще интеграция в Твиче со зрителями. Почему? Очень круто звучит. Давайте, берите, в общем, попробуем. Пока это, видимо, вся зона закрытая, видимо, нас мало осталось. Для того, чтобы не бегать как сумасшедший один против, ну, за одним по всей карте, наверное, зона уменьшается. Но это как сразу мне кажется, ой, я упал, сам накрылся. Так, открыто достижение. Окей, ну не совсем понятно, но я, по-моему, потенциал есть. То есть можно будет побегать. То есть смысл-то и в том, да, игра совершенно никакущая, но смысл только в том, что можно со зрителями побегать. А у меня всего лишь 155 очков, то есть я, ну, вообще никакущий там что-то. Ну да ладно, 3-2-1, окей, давайте. Но как видите, игроки есть, сейчас уже можно зайти, набираются уже игроки. Я попробую сейчас вот чуть попозже поиграю, немножко с правилами ознакомлюсь, побегаю. Вот, набираю. А, я просто эти все маленькие шарики набирал. Они нифига не дают. Нужно, ну, стремиться к таким побольше. Набирать и выживать. Можно прыгать. Дай-ка, как от этой фигни отпрыгнуть. А, все, понятно. Дайте попробую кого-то ударить, может быть. Так, поэтому единственный плюс, конечно же, это интеграция с Твичом, со зрителями и вместе побегать. Поэтому реально, я как раз таки вот хотел еще чем-то дополнить вот стримы, которые я планирую проводить. И это достаточно таки прикольная возможность. Вот я ее ударил, ну чисто как для этого. Попробую. С нее выбиваются очки, может быть, нет? Не знаю, как подумать, что за сумасшедший психопат. Ладно бы один раз ударил. А, я почему-то бью и замедляюсь. Или все замедляется. Так, 1750 очей пока взял. Ну, как видите, такая прикольная игра. Но сейчас, да, не смотрите на графен. Он будет чуть получше, конечно же. Попозже я буду запускать на хорошей видюхе, на максимальных настройках. Так. Ну, такой вот, ну, конечно, кто-то начнет сейчас плеваться, скажет, блин, что за позор, не буду тратить свое время. Но смотрите, но тем, кому нравится, я же говорю, вместе будем играть, поэтому берите. Доступная игра, вот еще 10 часов всего лишь. А, дотронулся, а, сейчас нельзя дотрагиваться, кстати, там одно из правил, нельзя дотрагиваться до других игроков. Так, давайте сейчас закончу этот раунд, наверное. Поэтому смотрите, разработчики планируют реально крутые какие-то режимы, говорят, что пока только один уничтожение, но будут всякие, ну, понятно, классические, возможно, какие-то более интересные режимы. Так, ну, наверное, пока на этом все. В общем-то, цель была показать вам, что есть такая прикольная, уникальная игра, и в которую мы сможем вместе поиграть. Так что смотрите, на ваше усмотрение. Так, ну все, не забывайте, что сегодня доступна только до 20.00 она, 18 ноября, поэтому успейте активировать. Ну, на этом пока все, с вами был Алекс и сайт rmpc.by. Спасибо за просмотр.